Дом 29 на улице Сака в Тюмени расселят до конца года. Такое решение приняли на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Напомню, сегодня ночью в двухэтажном деревянном доме частично обвалилась крыша. Строение признано аварийным, его расселение было запланировано на декабрь 2023 года. На данный момент второй этаж пустует, 16 человек, в том числе 8 детей, проживают в трех квартирах на первом этаже. Сейчас их разместили в гостинице за счет средств городского бюджета. Позже им будут компенсировать затраты на аренду жилья до момента расселения аварийного дома. Добавлю, по факту обрушения крыши прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку.